Так в чем же состоит инновационность технологии CleanOn? Многие не знают, зачем нужен в унитазе ободок. Ответ очень прост. Он служит для того, чтобы во время смыва вода не выплескивалась из чаши унитаза. Обычно труднодоступный участок под ободком покрывают глазурью. Если же этой глазури нет, то область под ободком будет шероховатой на ощупь. На первый взгляд кажется, ну нет глазури и что с того? Тем более, что визуально эти места незаметны. Но отсутствие глазурованного покрытия со временем может привести к такой проблеме, как постоянный резкий запах. Поскольку незащищенная пористая поверхность, как губка, впитывает влагу, область под ободком становится прибежищем для бактерий, которые и образуют неприятный запах. Инновационность технологии CleanOn заключается в отсутствии ободка. Нет ободка – нет проблем. Вы наверняка спросите, а как же вода не выплескивается из чаши? Секрет этой технологии в эффективном сочетании инновационных конструкционных решений. Специальный язычок отвечает за распределение потока воды по поверхности чаши, а тщательно продуманная геометрия внутри чаши предотвращает расплескивание воды. Так что такая небольшая деталь, как отсутствие ободка, открывает много преимуществ. Простота в уходе. Для того, чтобы очистить унитаз от загрязнений, вам необходима только влажная салфетка. Специально профилированная внутренняя конструкция чаши обеспечивает легкий доступ ко всей внутренней поверхности. Отсутствие ободка исключает возможность скопления грязи и размножения микробов. С технологией CleanOn унитаз остается чистым и безопасным гораздо дольше. С этой технологией вы начнете экономить деньги на сильно действующих моющих средствах, ведь они вам больше не понадобятся. Уменьшая использование химических моющих средств, вы также заботитесь об окружающей среде. CleanOn – это эксклюзивная технология компании Cersonit, которая представлена как в компактах, так и в подвесных унитазах.